Всем привет! В этом видео мы впервые на этом канале разберем партию в шахматы Фишера. Правила с шахматами абсолютно такие же различия, только в начальной расстановке фигур. Как можно заметить, все фигуры белых и черных перемешаны. Естественно, зеркальность позиций даже в таких расстановках сохранена. В этой партии Хикару Нукамура, играющий белым цветом, и Магнус Карлсон, играющий черными, получили вот такую расстановку фигур. Ферзь у белых стоит на 1, конь на b1 слон на c1, две ладьи на d1 и на f1, конь на b1 и слон на h1. Короли, так же как и в нормальных шахматах, стоят по линии e. Рокировка королей проходит так же, как и в нормальные шахматы. Белый король при рокировке в длинную сторону переходит на поле c1. Ладья остается на d1. Если же рокироваться в короткую сторону, все то же самое. Король переходит на g1, ладья остается на f1. Итак, партия игралась с контролем 25 минут на партию. Игралась она на чемпионате по шахматам Фишера 2022 года. Хикару начинает партию ходом b3. В этом варианте шахмат важно не забывать про свои сильнейшие фигуры, например, про ферзей. И Хикару сразу же вскрывает действия ферзя по большой черной диагонали. Но и Магнус Карлсон на своем первом ходу уходит g5. Вот так размашисто. Скрывается чернопольный слон на h8, нападая на ферзя. Вот только этот слон на h8 никем не не защищен. Уже на первом ходу партии Магнус по сути жертвует целую фигуру на H8. Хикару на Камура задумался на целых 3 минуты в этой позиции после хода G5. Не мог же чемпион мира Магнус Карлсон просто взять и зевнуть ему сразу целого слона. И давайте посмотрим, что здесь Хикару считал. Итак, Магнус жертвует своего слона. Если бы Хикару забрал этого слона на H8, идея быстро увести своего ферзя и остаться с лишней фигурой. Либо же, например, съесть пешку на H7. В таком случае Магнус пошел бы к f6, развивая своего коня, а также защищая пешку на h7. И перекрывая большую черную диагональ для отхода белого ферзя. Ладья с f8 начинает работать, нападая на ферзя. Единственное отступление это ферзь g7 с идеей убежать ферзем на h6, на h3 и убежать обратно на базу. Только тогда ладья g8 с нападением на ферзя, пешка на g5 защищена и как будто ферзь успевает убегать. Однако у Магнуса был заготовлен ход d5, Вскрывая своего белопольного слона и затнимая единственное возможное поле для отступления ферзя на h3. Начинает угрожать страшнейший ход ладья g6 с поимкой ферзя. Пешка на h7 защищена конем, Поле на h5 также конем. Плюс пешка на g5 защищена ладьей. И на h4 поле тоже держит пешка с g5. Подключается слон с c8 и занимает последнее доступное поле, поле на h3 для ферзя. Ферзь мог бы попасться. Белые были бы вынуждены срочно пойти h4 и продать своего ферзя подороже. Теперь брать эту пешку нельзя, тогда ферзь действительно сможет выбежать. Съел на h4 и все, свободен. Так что ход ладья g6 обязательный с поимкой ферзя и на взятие ферзем на g5, съедаем на g5, взятие пешкой. Белые могли получить пешку, ладью и слона за своего ферзя в этой позиции компенсация могла бы оказаться недостаточной. Ведь здесь черные ходят конь g4, угрожает ход конь h2 с поимкой еще и ладьи на f1. И на конь f3 спокойная c5. В дальнейшем Магнус мог бы пойти b6, вывести своего слона на большую белую диагональ и играть по центру. Как минимум так глубоко Магнус смог рассчитать этот вариант. Правда в партии Хикару тоже потратил 3 минуты своего времени и посчитал все варианты. Поэтому после хода b3 и g5 от Магнуса он не принимает жертву, а ходит слон b2. Не рискнул Хикарушка съесть слона на h8. Магнус разменивается слоном на b2 и после взятия ферзем на b2, b6, открывая дорогу своему ферзю. И здесь главное Хикару не попасться, ведь ход g4 в этой позиции с такой же жертвой слона был бы ошибочный. Позиция в отличие от первого хода b3 и g5 видоизменилась. Теперь на взятие конь f3. Все та же идея, пытаемся поймать ферзя, единственное отступление у ферзя ферзь g2 и на ладья g1 ферзь h3. Перс беспрепятственно убегает на поле А6. Чернопольные слоны были разменены. Хода d 4 нет, чтобы забрать поле на А6, как минимум потому, что нет слонов, ну и, конечно, пешка на g 5 тоже перекрывает эту возможность. Поэтому, конечно, хода g 4 сыграно не было. Белые ходят f4, предлагая размен пешками, но тогда они активизируют свою ладью и вскроют линию f. И Магнус зажимает позицию белых ходом g4, не позволяя коню так просто развиться на f3. У белых возникают проблемы с развитием их королевского фланга g3 не пойдешь, слон наш один подвисает. Хикару развивает коня на c3. Магнус ходит слон b7, выводит слона и нападает на пешку g2. И особо защитить ее не получается. Ладей f2, но ну совсем не хочется ходить. Накамура находит креативную идею. Он ходит e4, перекрывает действия белопольного слона, но жертвует пешку на e4. Магнус ее забирает, чтобы не давать белым шикарный пешечный центр. И после взятия конем, понятно, белые пожертвовали пешку, взятие ферзем на e4, конь выходит на е 2 Таким образом, белые планируют пойти следующим ходом g3, и слон на h1 будет защищен ладьей. Очень неприятно будет стрелять белопольный слон белых, никакой оппозиции у черных нет, ведь слонам мы отдали на e4 за пешку. Магнус всеми силами пытается предотвратить ход g3, и ходит g3 сам, пользуясь тем фактом, что конь на e2 связан на короля e1. Позиционная жертва пешки уже от Магнуса, и конь выходит на f6. Конь лезет на слабое поле g4, с идеей блокады по линии G. Вот эти дровишки пешки будут заблокированы. Черные смогут провести ладью и давить по линии G. Слон наш H1 будет убит до конца игры. Но G4. Хикару в свою очередь жертвует еще одну пешку. Итак, взятие конем на G4, G3. Позволяет вывести своего слона на большую белопольную диагональ. Пес черных отступает на e6, и белые рокируют своего короля. Как я и говорил, ладья остается на d1, а король просто переходит на c1 ферзь f6, предлагая размен ферзей, так как белый ферзь сам хотел активизироваться, с помощью своего белопольного слона могли быть проблемы у черных на ферзевом фланге. Избежать размена отступив ферзем белым нельзя, тогда последует мат в один ход ферзем на 1. Поэтому Хикару подтягивает сначала своего коня на c3, перекрываясь, конь c6, ладья белых подходит на e1 и рокировка, черные наконец-то прячут своего короля. Но теперь начинает действовать белый ферзь. Позволять белому ферзю приходить на а 6 но совсем не хочется. На отступление короля на b8. В будущем белые могут рассматривать ход конь b5 с дальнейшими угрозами размена и поставить мат на а7. Ходом а5 магнус пресекает эту идею на корню. И после взятия слона на c6, магнус забирает пешкой. Белые съедают лишнюю пешку черных на e7. Ферзь d4, нападение на пешку d2. Белые защищаются, и после хода h5, укрепляя коня, Белые активизируют своего ферзя с нападением на пешку h5. Конь черных переходит в защиту. Белые подключают ладью по третьему ряду. Ладья g8, прогоняя ферзя. Ферзь в 5 шах и черный король прячется на c6. Белые подтягивают короля на b2 и Магнус пользуется этим ходом. Конь на c3 оказывается связан на короля. Ладья приходит на d5 с атакой на ферзя. Белый ферзь чувствует себя крайне некомфортно. На d3 отступать не хочется, тогда можно будет сдвоить пешки после разменов. Ну и пешка на g3 будет подвисать. Второе доступное отступление на h3, но уж слишком пассивно там будет стоять ферзь. Но есть единственный ход ладья e5, позволяющий сохранить равновесие. Размен ладьями на e5. Хикаро предлагает размен ферзей, Магнус не отказывается, но только на своих условиях. Теперь на взятие ферзем на d6 он раздвоит свои пешки по линии c. Теперь уже черный отказывается, ферзь c5, ферзь e6, Магнус настаивает и после размена взятия на e6 Конь белых переходит на более активное поле d4, конь g4. И на конь d4 пешка на e6 подвисает. Ладья 6 дебютная бомба Магнуса от Громахала и партия идет в сторону ничьей. f5, размен, взятие ладьей, пешка на h5 подвисает, конь f6, белые переводят коня на f4, но конь e4, сразу нападая на две пешки. d3 прогоняя коня, взятие на g3, размен и белые съедают пешку на h5. Достигаем ничейной позиции, где у каждой из сторон по 4 пешки и по ладье. Конечно еще для приличия Походили соперники, но согласились на ничью троекратным повторением позиции. Спасибо за просмотр. Пишите в комментарии, как вам такая идея обозревать партии в шахматы Фишера с нестандартной расстановкой фигур в начале. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорого!